Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Юрка. Мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это рубрика «Эксперименты». Привет, Арон. Сегодня, ребята, у нас новенькая подборочка и всеми любимые эксперименты со ступеньками. У нас, напоминает для новичков, 26 ступенек разной высоты, на которые мы попытаемся подняться. Ну, а тачки у нас вот такие, ребята. Есть новенькие седанчики, новенькие внедорожники, которые мы еще ни разу не тестировали. Ну, а сейчас давай брать первые тачки. Во-первых, я возьму, наверное, Rocket Vault, в принципе. Давай. Вот, посмотрим, на что он способен. Может, поможет мне как-то реактивный-то движок. А ты бери Теслу и погнали. Короче, братан, как думаешь, куда доедет Rocket Vault? Да никуда. Тихо. Короче, это какая залетел, ступенька? Залетел, а не заехал. Раз, два, три, четыре, пять, шестая ступенька. Ну, какая разница? Я же использовал все возможности своей тачки, поэтому, братан... Ну, слушай, если так рассуждать, можно, блин, брать арену вар и прыгать просто, и как бы, и все. И смысл или эксперимента потрачен сразу. Не, ну так-то да, действительно, она заезжает, если так посмотреть. Давай чисто попробую заехать, а потом еще попробую полететь. Смогу ли долететь до последней ступеньки? Ну, в принципе, пускай вот вторая ступенька, она заезжает, третью заезжает, четвертую заезжает. Ты на какой, на пятой остановился? Да, все. А на пятой я все, кстати. На пятой, да, я все. А если, короче, пользоваться жопой. Жопа еще заехала. Ладно, пятая ступенька у меня есть. Шестая. Ну, неплохо. Ну, ладно. Шестая на Rocket Vault, на очень низкой тачке. Ну и все, получается. Вот здесь я и встал. И, друзья, чисто, знаете, ради фана. Ради фана. Вот так вот. И погнали! Как тебе, братан? Такое. Походу, это будет первая тачка, которая доедет до конца. Подожди, стой. Ну ладно. Ну, доедет, громко сказано, конечно. Ну, долетит, точнее, при помощи своих всех плюшек. Интересно, залечу ли я в ворота, а? Слушай, с таким раскладом у скрам что-то больше преимущества реально с помощью прыжка. Братан, я победил. Я первая тачка, которая залетела от ворота и остается у нас вот здесь. На самом деле, ребята, пишите в комментариях, можно ли нам пользоваться вот именно такими способностями у тачек вот в следующих сериях. Ну, а пока что вроде как пятая ступенька, точнее даже шестая была у Волтика. Ну, и в итоге такой вот результатик. Дальше у нас что? Это Форд Бронко и Дюн. Хм, интересные тачки на самом деле. Я помню, что Дюн очень хорошо... Дюн? Кстати, это не Дюн. В смысле? Ой, не Дюн, это Дюкс, правильно? Подожди, как? Duke of Dead. Duke of Dead, да, я чуть попутал, но извините. Извините, но, кстати, я знаю, что эта тачка хорошо на спуске себя продемонстрировала. Так, ну, лишние запчасти мы нафиг убираем и... Да, поехал. Ой. Я все еще передом еду. Я застрял. А, не валяшка? Ты не валяшка? Тихо. Давай. Ну, смотри, я просто жопу ставлю. Серьезно? Ну давай, ну чуть-чуть не хватает, блин. Тебе помочь? Мы как-то, короче, серию Ваньку писали, друг другу помогали. Такое. А, да ладно, он не встает. Блин, жопой вообще не едет. Передом, если он еще заезжает, то жопой вообще unreal. Ну ладно, ребята, короче... Да, давай, ну чуть-чуть осталось бы. Блин, закинул бы заднюю ось, было бы намного приятнее. Ну а так просто, ну ни о чем, короче, не могу заехать. Нормально. Я заехал тоже! Я тоже заехал, братан! Казалось бы, надо было просто подсчитать. Ох, подожди. А как тебе такое? А как ты так делаешь? Братан, а как тебе такое? Я заехал. Я заехал. Плагиатор. Плагиатор, сам ты? Плагиатор. Тихо. Давай, закинь. Я верю в тебя. Закинь просто, блин, переднюю ось, а дальше мы сами все сделаем. Давай. Я-то закидываю, да, блин. А вот ехать не еду. А я даже не закидываю, кстати, все, Дюн, походу. Дюкс, точнее. Dukes of Dead. Кончился? Да. Видимо, на этом все. Давай. Прости. Это какая у нас, получается, ступенька? 13-я, братан. Одинаково мы с тобой выступили, в принципе. Ну, а вы, ребята, ставьте обязательно лайки. Давайте наберем 5000 лайков, потому что дальше у меня есть возможность еще одну офигенную точку вам показать. Пока что это будет в секрете, вот. Но если наберете, то обязательно вам ее продемонстрирую и вместе ее проверим. А далее у нас идет, опять-таки, тачка из GTA 5 с офигенной подвеской. Раллийная, а у меня в итоге трехосевой какой-то внедорожник. Тихо. Че, встала что ли? Тоже, кстати, из GTA 5. Ну, тут она заедет и сама, а вот дальше она не едет. О, ты колеса потерял, братан. У Баги хороший подвес, но при этом у него лоб такой себе. Блин. Ну, да чего? Она не едет, братан. Слишком низкая тачка, и в итоге, ребята, вот этот вот внедорожник даже, ну, не может за...
закинуть свою, свою часть хоть какую-то на следующую ступеньку. А ты что у тебя здесь? Ну все, выше уже не поднимусь. Да? Не, знаешь, если бы он закинулся, он бы заехал, он полноприводный, он мощный. Чем закинулся? Не знаю, как говорит Андрюха, с Ньюсом. С Ньюсом? Это Андрюхины дела, а тут надо Red Bull как минимум. Но нет, мне кажется... Ну, не-не-не, думаю, тут нет смысла, да. Мрама даже 13-я ступенька, ребята, и вот у этого баги. Окей, народ, ну, тоже, в общем-то, неплохо. А далее у нас идут вот... Ой, я тебя скинул. Такие недорожники за Реновар. Поднимай. У меня получается двухколесный такой вот, а у тебя тоже длинный какой-то. Ну, посмотрим, на что они способны. Да ладно. Я врезался, чтобы ты понимал, сразу резко. Ага, и я также. И я также, я... У меня просто двойной бампер, поэтому. А почему? Ребят, вы видите это? Ну, они тяжелые, на самом деле. А его просто при ударе, хотя бампер намного выше ступеньки, при ударе как-то кидывает вниз, и все, он клюет носом и не едет дальше. Но у меня такое ощущение, как вот эти начальные ступеньки все одного уровня. Ну да, но они помалу, конечно, отличаются, но не так хорошо, как хотелось бы. Да, почти... Ребят, вы видите это? Окей, у меня получается это какая ступенька? Это пока что самый худший вариант, это 5-я ступенька, ребята, а у тебя 11-я будет? Должна. Братан, я верю в тебя. Давайте помогу. Ну, заедет, если долго стоять, он дебильно максимально. Давайте помогу. Веса придам. Поехали, братан, давай. Да ну, ты мне, конечно, скатишься так. Заехал. Заехал, все. Ну, это потому, что я тебе помогал, братан. Да, конечно, он полный привык. Кстати, он так под углом заезжает, я что заметил. Да ладно. Ну, опять будешь долго, наверное, мучиться, но все-таки заедет. Ну он заедет, и он больше половины корпуса закинул, да, уже. Понятное дело, что заедет, но хотя... Ну просто, да, хотел сказать нехорошее слово. Я понял, какое нехорошее слово ты хотел сказать. Ладно, я думаю, чтобы не затягивать видос... Он почти заехал, все. Все, да, заехал. Да ладно, ты соскочил! Зря ты вертел колесами, надо было просто так вот ехать. Да, ты только так заедешь, понял? Ну, короче, на самом деле, ладно. Ступенька его точно... 12-я, да, попробуй на 13-я, заедет ли он жопой? Она реально ниже, мне кажется. Нет, на падении должна быть выше. Она выше, чуть-чуть капельку просто выше. Ага, скажи это внедорожнику. Она ниже, говорю же. 13-я ступенька, и, короче, ребята, ну, как бы, да, окей, на 14-й она уже не поедет. В итоге, ребята, да. Ладно, 13-я ступенька пока что у нас остается непобежденной, точнее, 14-я, вот. А у нас следующие тачки, и здесь у нас Dodge и, соответственно, что у тебя, Rubicon? Или как он там? Или Trailcat. Trailcat, да. Плюс-минус, не похоже, но, вообще-то, я погнал. Блин. Вообще на изи... Было на изи. Что сделал? Пролетел. Ты что сделал? Я, конечно, все понимаю, но походу это не считается, братан. Почему нет? В смысле, почему нет? Когда я летел, так это не считалось. Если вот на эту заеду, значит, считается. Что-то разница. Мне кажется, не заедешь. Так, а я погнал, ребята. А, я уже практически на 13-й ступеньке. Так, а до какой он доезжал у нас раньше? 16-й, 17-й, не знаю. 16-й, говоришь? Трейлкет заехал. Серьезно? Так, я тоже заехал. Тихо, давай, малыш. Ой. Давай. Ну, чуть-чуть не хватает ему. Давай, прямо сейчас. Ну уже. Да блин. Вообще чуть-чуть не хватает. Это 15-е, кстати, будет. Так. Да. Да нет, ты соскочил. А был-то так близок. Тихо. Я заехал еще на одну, но тут уже, мне кажется, не заеду. Да. Ну, такое, это, кстати, 13-я тоже у тебя ступенька. На 14-ю, наверное, вряд ли. Но Dodge Ram. Или, ой, боже, это не Ram, это какой-то обычный Dodge. Что это, SRT какой-то. Заехал в итоге на 14-ю ступеньку, на 15-ю что-то не получается у меня, братан. Тихо. Давай, да, заехал, все. 15-я ступенька моя, 16-я. Ну, 16-ю давай, блин, преодолей. Я прошу тебя, ну уже. Я, конечно, просто сейчас мучиться не буду, потому что... Ну он багует, он прыгает, багует и летит вниз. Тихо. Давай, ну чуть-чуть, ребята, поднажмите лайками, потому что, возможно, это поможет мне заехать. Он пытается, но не получается у него зацепиться. Просто, короче, ее сильно откидывает как-то, а если попробовать вот так вот. Я проехал. Чего? Понимаю. Ты багованный фуфел. Ой. Как ты багованный фуфел? Ну у него жопа багованная. Давай. Почти. Ты помешал мне, понимаешь?
Зачем? Блин, на тебя смотрел, и такой, ой, я лобуху убил, нихера себе. Кулаком. Ой, боже. Короче, точно это 15-я ступенька, ребят. Пишите в комментариях, на каких он был в предыдущих сериях, ступеньках, вот. А мы, наверное, пойдем дальше, потому что, ребята, опять же, ну, надо долго мучиться, но он заедет по-любому. Так, а у тебя что? Хаммер, получается, у меня. Хаммер, на котором я управляю мышкой. И у тебя, получается, гелик. Ты умеешь рулить мышкой? Нет. Меня не настроено. Зажимаешь левую кнопку мыши и рулишь. Не на... О! Че, не знал? Да ладно. Да ладно. Да ладно! Не, я помнил, но я просто забыл об этой хрени. Я знал, что можно рулить мышкой, но, блин, реально забыл. Короче, ребята, кто не знал, также пишите в комментариях. Посмотрим, сколько у вас таких. Тихо. Да ё-моё. А кто тут собрался? На изи. А я, кстати, остановился, получается, на нижней ступеньке, и все, и тоже багуюсь, как и тачка из аренного. Баги. Ну же, чуть-чуть, давай, чуть-чуть, прямо вот капельку, ну же, да поднимись ты, блин, закинь ты свою подвеску, я прошу тебя. Ну такое. Понятно. Я выше не заеду уже на Брабусе, то есть я. Я тоже, кстати, на Хаммере не заеду, потому что, ребята, эта ступенька восьмая, он просто, опять же, клюет носом и все. У тебя, кстати, 13-я. У нас все тачки сегодня на 13-й ступеньке, ребята. Окей. Ну и только получается Додж у нас на 15-й. Далее у нас что идет? Это опять таки Хаммер, только уже двухколесный и рейд, братан. Ну желаю тебе удачи, точнее двухосевой. А, кстати, далее у нас тут монстры и дракстеры, ребята, будет как раз-таки интересно. Так, я поехал. Братан, ты видел, что было? Да, видел, что ты залетел, да. Если заеду на эту ступеньку, то, значит, четко все. Если не заедешь, то потом на нижнюю спустишься и будешь пытаться на нее заехать. У тебя и условия, братан. На самом деле... Ну, я там трогал Кати так же сделал, я на ступеньку выше залез, если не залез, я бы вниз поехал. Да, понятное дело. На самом деле, да, это будет действительно честно. Да и они, мне кажется, все. 13 ступенька это финиш для этой тачки. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Давай. Закинулось. Давай, чуть-чуть. Ну уже. Ну чуть-чуть, давай, ну блин, соскочила. У тебя что, кстати? Ты с 12-й борешься, да? Ой. Нитро прожал. Да, я привык, что shift это вперед уклоняет машину, поэтому. Ну уже. Но. Да, блин, бред. Не получается у меня. У тебя что? У меня, короче, если педец запрыгивает, я заезжаю как бы. Да, я понимаю. Но меня, короче, знаешь, как-то странно зад подкинуло. Он заехал на 13-ю, точнее, 14-ю ступеньку, а потом он сполз и далее не поехал. И сейчас я все ни я передом, заехал. Ни задом не могу закинуть тачку. Интересно, здесь, она здесь уже не... Вот эта ступенька, она вообще, как знаешь, не пришибленная. Она ни туда, ни сюда. Она вне всего контента стоит. Она, блин, высокая слишком. Ну... То есть, мне кажется, следующая ниже, чем вот эта даже. То есть, вот видно даже визуально. На самом деле, когда я строил это, я прямо по миллиметражам смотрел. И вроде... Ну, я не мог ошибиться, на самом деле. Ну, хотя мог! Ну, может, у меня рассинхрон такой. Но у меня реально может, кажется, что может, вот это может. Вот выше, чем следующее. Давай! Ну нет, ребята, это он вроде бесполезно. Как-то пытается, но да, действительно, это бесполезно, потому что далее у него не хватает мощей. Окей, ребята, у нас какая-то куча мала на 13-й ступеньке, просто все тачки останавливаются именно здесь и не могут ее преодолеть. Далее у нас тут монстры, кстати. А ты это уже мучил, теперь я попробую. Катался, да, теперь я на вот этом покатаюсь. Кстати, у того багованная подвеска, поэтому у тебя есть шансы заехать как можно выше. А у меня просто маршал, ребята. Вай! Ну блин, я потерял всю скорость на самом деле. Фига ты помчал. Ты куда, брат? Да, только здесь врезался. Ты в небеса, в рай, да? Все? Или в ад? Мне кажется, тебе дорога только в ад. Тихо. Так, едем дальше. Отлично. Заехал. Так, а тут? Давай, малыш. Все, заехал. Интересно, а я заеду ли на 13-ю ступеньку? Хотя, блин, ребят, чтобы вы понимали, обычные тачки с маленькой подвеской, там, не знаю... Вон, как видите, Хаммер, тот же Рейд, они намного меньше, чем Маршал. Они могут заехать... Точнее, Маршал не может заехать выше. Нихера у него баг прикольный. За жопой, да? Ну вот, о чем я и говорил, ребята. Получается, Маршал остался так же, как и обычные внедорожники. Не, ну он-то заедет, если долго мучится, но все же... Нифига, баг прикольный. Да ладно, давай. Все, заехал. 14-я моя. Короче, мне кажется, у нас реально, блядь, синхрон, потому что у меня машина на полступеньки заезжает. То есть на полступеньки жопу ставит и едет. Колеса да сквозь панель ел. А потом, когда колеса уже наверх ступеньки поднимаются, ее выкидывает резко. Не-не-не, это баг такой у этой тачки, я помню.
У меня так же было. Слушай, я на самом деле на маршале пробовал как-то передом, но он не залазит. А если задом, кстати? Так, задом вроде... Должен поехать! Давай, закинь свою ось, блин! Да что это такое за представление? Ну, короче, ребята, да. Короче, вы видели сами, я практически заехал, просто соскочил. В итоге давайте мы вот так вот, наверное, оставим эту тачку вот здесь. Опять же, не будем терять на него время, потому что дальше у нас идут маслкары. И, кстати, что ты взял? Ты взял Драгстер? Да. Перевертыш. На самом деле, братан, знаешь, что прикольно с этими тачками? То, что они стоят на дыбы. И чек-энжин сразу. И сразу чек-энжин, брат. Я сначала на него сел, поэтому пересел с него, потому что чинить его постоянно, его нафиг. Фудил, блин, понятное дело. Так, ладно, короче, знаешь, как я сделал? Ну только так, если. Ты неправильно делаешь. Ты что, едешь? Может, правильно? На самом деле, у тебя же поднимается передняя ось? Да, он сильно шлифует, даже сильнее, чем у тебя. У тебя поднимается передняя ось, поэтому пользуйся этим. Поднимай, короче, переднюю ось и залетай. Все же просто. Пробел зажми. Понял, да, фишку? Ну вот и да, все. Да, это понятно. Ну, короче, у меня, в общем-то, Камарос вроде как получше чувствует себя, чем обычный Драгстер, поэтому... Давай, закинь! Ну же! Я понял. Надо по-другому. Давайте отмонтируемся. Вот, да, вот именно. Это его и преимущество. Да, блин. Короче, у Камароса, если зажать пробел, ничего не получается. Он не поднимает свою переднюю ось. У меня уже чек-энжин. Такое себе, однако. Так. Сальтухи, короче, вообще. Ну ты зато заезжаешь, а я, кстати, походу встрял уже. Блин, ребята, я не знаю, что надо сделать Камарос, потому что передняя ось, она поднимается, но не хватает, короче, дороги, чтобы поднять её. Надо химикуду ставить, а не Камарос. По высоте этой ступеньки. В следующей серии как раз-таки поставлю химикуду. Давай. Да, блин. Ну, мне кажется, все, я приехал на вот этой ступеньке, потому что, ребята, сами все прекрасно видите. Камарос, давай, ну подними ты чуть-чуть. У меня опять эта дебильная ступенька, которая не из мира сего. Понятно, короче. У меня 11-я ступенька, у тебя, короче, 13-я. Мне кажется, ты не заедешь. Давай. Не, он просто встает. Чуть-чуть не хватает. Она слишком высокая, я говорю, она у меня прям нестандартная, прям это вообще. Ну уже. Ну да, ты ударяешься. Ну это не считается. Ты ударяешься от нищего, поэтому, ребята, ничего больше у тебя и не получится, мне кажется. Вот, 13-я ступенька твоя, опять же таки. После кладбища. Все тачки здесь, да, мы идем дальше. Здесь у нас, получается, идут подборочка читов, это Дракнова, ну и баги. Погнали, братан, посмотрим, на что они сегодня способны, как говорится. Какое у них сегодня настроение, летающие или же нет? Давай, поднялся. Поднялся. Тихо. Братан, я уже на 11-й. Ну, нормально. Чего? Я рано или поздно догоню. Я понял. Ребята, вот так вот давай, заезжай. Отлично. 13-е. 13-е победил. Я понял. 14-е. Ты говоришь, нет мира сего. Тихо. Чек энжин, давайте мы починим ее и, соответственно, попробуем снова. А ты там где? Ты что, вообще отстал? Тихо. Да мне надо, чтобы он помялся, чтобы он заезжал. Я понял. Еб-то, заехал и уехал. Так, давай, чуть-чуть, да зацепись! Это было так близко! Была бы 14-я моя. А, чек энжин. Че? Реально? Насколько... Помял тачку, давай! Все, я заехал, слава богу, ребята. Вот это был скилл. Скилл. А вот 15-я хрен знает. 15-я уже сложно. У меня машина остановилась. Раздолбал. Да ё-моё, я улетел. Короче, многие писали, чтобы мы увеличили ступеньки, но, ребята... Куда выше-то, ребят? Можно. Не, увеличили по длине, чтобы можно было на читах летать. Можно дальше. Такое. Ну да, мне кажется, тоже такое себе предложение. Я не знаю, короче, она носом врезается, если газовать прям в стену, она ползет вверх. У меня не ползет. У меня просто встало, короче, вывесилось опять. И все. Я думаю, нет смысла проверять эту тачку, потому что, ребят, 14 ступенька это ее, а вот баги сегодня нас удивляют, потому что она заехала уже, чтобы вы понимали, ребята, на 16 ступеньку. Ну только ей морду ломать надо, вот прям сильно. Да, кстати. Вот смотри. Видишь? Да, поднимается. А что в итоге? Да ладно. О! Да ладно! Это какая? Это 17-я, ребята! Вот что значит полнопривод. То есть я ошибся, в тот раз это была 16-я. 17-я, ну тут, мне кажется, уже точно не заедешь. Ну, перед идет.
Тут на 8 нужно ловить сразу, блин. Ой, офигеть. Кстати, а вот этот форт тоже неплохо так-то... Поехал. Так, я даже не видел, как ты залетел. Это получается долго-долго мучиться. Но не, мне кажется, уже не поедет, ну, да? Ну, тут уже вверх едет, да. Да. Ну, короче, ребята, получается 17-я уж точно ступенька для баги. Следующие тачки, это, получается, Сианчик и Бугатти. Посмотрим, на что способны вот эти читы. Ты куда, братан? Ты, блин, лакер. Спускайся нахер оттуда. Потому что это явно не считается. Я, конечно, не знаю, что ты там залетел, не залетел, но спускайся. Ой, да ладно. Я петуха вижу. Петух провалился под ступеньки. Чего? Вы тоже это видите? Петухи под ступеньками летают. Такое. Чего? Ну, ты над ступеньками летаешь, а петухи под ступеньками. Петухи. Я заехал. Ты что курил? Да эти орлы, которые тут летают. Я заехал. Они тупо страдают. Я заехал на сянчики, братан. Да ё-моё. Да что ты делаешь-то? Ты мне мешаешь. Тихо. А, тут я здесь? Не, здесь я заезжаю. О. Да что ты делаешь, дурак, блин, я же заехал почти. А я заехал. Да я тоже заеду на сянчике, он поднимается. Просто я хочу это сделать сам, чисто. Так, еще заехал. Давай. Да, я вижу, заедет. Просто это очень долго. Ой-ой-ой, заехал тоже. Ну давай. Ну чуть-чуть же. Да, все, заехал, отлично. И сюда заехал, братан. А тут уже все, да, получается. Ну тут у меня тоже жопа не поднимается. Эту ступеньку менять надо. Такое себе. Так, я тут был, поэтому давайте мы вернемся. Ну да, все, я врезаюсь. Да. Ну ладно, ребята, в общем-то, вот такой вот видосик. Это, кстати, 13-я ступенька, где и остановились все в основном тачки. У нас сегодня рекордсменами оказались это, ребята, баги, как ни странно, которая покорила аж 17 ступенек, чего не было ранее. А также, ребята, вот такой вот монстр. Далее у нас идет додж на 15-й ступеньке, ну и на 13-й все остальные тачки. Ну а самый плохой результат — это у нас тачки из Арена Вар. Это всего лишь 5-я ступенька. Я надеюсь, что ролик вам понравился. Обязательно, ребята, ставьте лайки. Давайте наберем 10 тысяч. Я уверен, что вы на изи это сможете сделать. Вот, нам будет очень приятно. Ну а с вами был Диман и Юрка. Всем удачки и всем пока. Пока, друзья.